А в Йемене от истощения страдает каждый четвертый ребенок. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ. По данным детского фонда ООН, недоедание – одна из главных проблем, с которой сталкиваются жители Йемена. Однако с начала гражданской войны в 2014 году проблема значительно усугубилась. Так, сейчас из 2 миллионов детей голодают почти 500 тысяч. Менее трети населения имеет возможность обратиться за медпомощью. Многие больницы попросту не работают. Врачи и медсестры месяцами не получают зарплату. Не хватает также медикаментов. В стране каждые 10 минут как минимум один ребенок умирает от болезней, которые можно предотвратить или вылечить.